Простое человеческое желание помогать детям, это очень хорошо. Что это вам дает? Ну, это дает мне силы, я не знаю, какая-то внутренняя энергия. Я чувствую в себе, что я могу это сделать, и у меня это получается. Как дети вас благодарят? Что они говорят? Понимаете, дети, ну как они благодарят? И сталкиваюсь с такими детьми, что... больные дети, как они там могут не говорить, могут просто лежать? Какая благодарность? Благодарность то, что, не знаю, родители говорят спасибо. И глаза детей? И глаза детей тоже, да.